Как выбрать ткань в клетку, чтобы пальто было не только универсальным, но и модным? Три правила. Первое – цвет и фон. Если фон ткани базовый, то и пальто будет универсальным. А вот в оттенках клетки можно использовать уже модные цвета. Винный, голубой, персик, кирпич. Посмотрите, здесь половина модной палитры. Главное, чтобы в клетке были оттенки разной светлоты и насыщенности. Тогда вы получите больше интересных сочетаний. Второе правило – масштаб клетки. Клетка должна просматриваться, иначе никто не разберет гармонию образа, которую вы сочинили, глядя на свои тканечки в упор. Идея должна быть понятна на расстоянии. Без усилий все должно быть ясно. Не надо объяснять идею, просто покажите гармонию тканями. Третье правило – фактура и поведение. Шерсть двухслойная – это тепло. Очень пластичная и с мягкой ворсистостью – это комфортно. Для красивого пальто на каждый день лучше варианта не найдешь. Это будет ваше любимое пальто, которое вы сошьете сами. До 18 сентября на пальтовую шерсть действует скидка 30%. Успейте оформить заказ по самой выгодной цене. С вами был Михаил Шабардин. Ставьте свой изящный лайк и переходите на сайт ткани.эксперт прямо сейчас. Come on!